Приветствую, я Кирилл Родич, самый обыкновенный ученик 14 школы. Если вы проживаете в Мончегорске, вы наверняка знаете, насколько мы там необыкновенные. В 12 лет меня похитили ЦРУ с подозрением на то, что я являюсь инопланетным существом. Меня держали в недрах зоны 51. Но сейчас не об этом. Все это было сказано у меня в других источниках. Когда я бежал оттуда, я забрал с собой некоторые документы, которые описывают реальные сути, в которых мы существуем. Государство нам никогда этого не расскажет, но нам смог рассказать этот замечательный писатель Говард Филлипс Лавкрафт 20 века. Это американский писатель. В первую половину 20 века Госдеп США не контролировал всех. И поэтому можно было писать, что хочешь. И он написал истину. Истина, которая хранится в книгах, точнее в сборниках. «Зов Ктулху» и «Хребты безумия». В данный момент у меня находится лишь «Зов Ктулху». «Хребты безумия», к сожалению, оказались слишком секретной книгой. Я не смог их достать. Но говорят, что некоторые смогли ее забросить в книжные магазины и библиотеки. О самой книге я хочу сказать, пока не поздно, о том, что мне рассказывают настоящие причины, по которым этот мир существует. Люди появились из инопланетных существ, которые обладают мы не можем описать все их величие. Они слишком могущественны. Мы были созданы для них как корм. В недрах океанов живут другие существа, которые... И эти существа поработили разум некоторых людей. И как раз-таки это является та самая масонская ложа, которая управляет всем миром. Именно из-за этого об этом больше нам никто не рассказывает. Государство никогда нам не расскажет об этом всем. Но это могли бы сделать и мы, но...